Привет всем! Сегодня испытаем, кто же кого перетянет. Blue UAS или обычный УАЗ в максималке. Раз, два, три! Были все шансы у Blue UAS, но зацеп, к сожалению, закончился. Стоп! Зарываемся. Два, три! Давай, Blue UAS! Blue UAS — это мощь просто! Своим весом должен вытянуть с новым бампером металлическим, но пока что-то никак не хочет. Давай. Ох, там УАЗ взбесился-то, а? Роет, но все никак. Два, три. Ну же, вот до земли же дорылись уже, но все равно ни в какую. Тот опять свою яму. Два, три. Так, теперь по скользкой поверхности-то. Кто кого? Ху-ху! Опять зарывается. Смотрите, роет неплохо. Ну-ка. Посмотрим, что здесь творится. Тоже зарылся. И этот зарылся. Ну, ничья. Ой, дайте потаскаю ведерко, дайте потаскаю. Ну, отлично, вот оно, мощь-то где вся. Неплохо едет. Все, скользко стало. Так, ну а теперь судно на воздушной подушке против непобедимого Blue UAS. Вот вам линия. Раз, два, три! Вот это я понимаю! Вот это мощь! Ай! Да! На 4С! Судно на воздушной подушке, но Blue UAS его тянет с легкостью. Судно на воздушной подушке против УАЗика. УАЗа Патриота, в смысле. Раз! Два! Три! Отлично роет! Но! Вы смотрите-ка! Давай! Все-таки не Blue UAS! Резина зарывается! И никак! Во-во-во-во-во! Пошел! Давай! Все равно тяжелее! Blue UAS прям вообще хорошо! А этот все-таки немного не может! Пытается! Давай! О, вообще зарылся! Починим. Да, эта резина любит порыть вглубь все-таки. О, какая веселая штука. Все-таки любит самую ровную поверхность. Но вы видели, как он гоняет и по воде, и по льду, и по снегу. О-хо-хо! Нормально! Класс! И на берег давай! Воу! И обратно! Ха-ха-ха! Вы видали это? Растения заминают ему передок. Смотрите, хоп, бум.